Здорово всем подписчикам, здорово всем новым зрителям, на связи Рэпер Трейдер, и сегодня будет разговорное видео. Сегодня мы будем говорить о резервной группе. Есть основная группа, есть резервная группа. Особенно для новичков, хотел бы уточнить, что такое резервная группа, хотел уточнить некоторые нюансы по сигналам. Так что будет еще много интересного. Так, и самая главная новость сегодняшнего дня, сегодня какое? 17-е. 17 числа мы поставили рекорд, 11 чистых плюсов в ряд, новый рекорд, вот люди даже меня поздравляли, спасибо, рэпер, поздравляю всех с новым рекордом, мы поставили его в резерве, рекорд побит. Итак, что же такое резервная группа? Народ, у нас есть две группы по сигналам, есть основная группа, вот она, Signals, основная группа, и резервная, резерв. ВК установил лимит, то есть 50 записей в день. Когда заканчивается 50, можно публиковать только 50 постов в день. Когда мы публикуем больше 50 постов, записи заканчиваются, и нужно переходить в новую группу. И когда 50 постов закончились, я вставляю ссылку в новый пост и говорю: все, переходим в резерв. И сигналы продолжаются в резерве. Это тоже закрытая группа. Людей добавляю всех. Люди добавляются, потом я эти заявки все, принимаю все заявки. И мы торгуем в резерве. После того, как люди в резерве поторговали, я эту группу всю, всех людей из группы удаляю. Почему удаляю? Потому что, когда есть потребность в резерве, когда мы опять переходим в резерв, я опять всех туда набираю и смотрю, сколько людей торгует. Там, вот сегодня, видите, 44 человека в резерве, сейчас я их всех удалю. 44 человека в резерве, значит, я смотрю, что есть много людей торгуют, кто-то там пришел с работы, кто-то не успел днем поторговать, то есть много людей в резерве, бывает 40, бывает 60 человек, значит, нужно дать больше сигналов, значит, люди пришли поторговать. А бывают такие дни, переходим в резерв, там человек 10-12 туда вступает, ну, соответственно, я говорю, давайте, ребята, еще там 5-6 сигналов и на сегодня закругляемся, так как народу нету, типа. Бывает и 10 даю сигнала, бывает и 20. Ну, по поводу сигналов. Сколько вообще у нас сигналов в день? В закрытой группе это в среднем от 20 до 40 сигналов в день. Это без резерва. Когда я вижу, что рынок позволяет торговать, мы делаем от 40 до 70 сигналов в день. И, соответственно, это остальные уже сигналы идут в резерве. Не нужно мне писать, там, рэпер, добавь в резерв, в резерв. Я всех обязательно добавлю в резерв. Резерв мы только используем тогда, когда заканчиваются записи, и я только тогда публикую ссылку, и только идет тогда добавление в резерв. До этого никто в резерв не попадает. Только когда есть надобность в резерве, есть потребность, только тогда мы добавляем людей в резерв. Со скольки мы торгуем? Торги у нас в закрытой группе идут с 17 по МСК до 23, до 12 ночи идут торги. Перенес я торги на более позднее время, потому что много людей приходит там с работы, там с института, и у них нет времени торговать, например, 12 часов дня. Но бывает, мы начинаем с 15 торговать, там, с 17, с 16, но всегда это до 10, до 11, до 12, смотря народ какой день. Если рынок позволяет, я могу дать там 40 сигналов, 20 сигналов. 30 сигналов. Если рынок вообще позволяет, я даю 60-70 сигналов. Дальше. Вот такой вот резерв. По поводу сигналов, народ, дальше будет только лучше. Знаете, вот с каждым как бы не с опытом, чем больше я даю сигналов, тем больше у меня как-то появляется вот это вот, не знаю, чуйка какая-то, куда вот пойдет рынок. Чем больше ты в этом варишься, тем больше ты в этом понимаешь. Я думаю, если бы каждый, например, 4 года подряд, если бы вы, например, 4 года подряд каждый день торговали на рынке, вы бы просто этот рынок уже бы читали. А если бы там 5-10 лет, просто на рынке есть такая ситуация, есть такие ситуации, когда рынок в определенные моменты просто повторяется. Не то чтобы повторяется, а есть такие нюансы, которые, есть такие ситуации, которые уже были до этого, уже вам встречались раньше. И вы видите, что вы на этих ситуациях сможете заработать. Еще, народ, я, видите, стал больше уделять времени, как бы,
видео не так часто выходят, и выходят в основном там про группу, потому что я больше стал времени уделять в группе, в основном вся торговля идет в группе. У меня есть, появилась какая-то уже ответственность за людей, которые торгуют в группе, и я, то есть, все время свое уделяю вот этой вот торговле. И понятно, что я хочу как-то как-то расти, усовершенствоваться и давать людям что-то большее. Так что я планирую в скором времени еще сделать статистику, будет статистика сигналов, вы все будете смотреть, там время, валютная пара, то есть еще такую вот штуку я хочу ввести. Ну, вроде бы все, все вопросы, что я вам хотел, я вам рассказал. Чтобы попасть в закрытую группу, пишите в сообщение сообщества Rapper Trader, пишите «Прими в команду», и я вас принимаю в команду. С вами был Rapper Trader, всем удачной торговли, жду всех в закрытой группе, всем пока!